Добрый день, уважаемые дамы и господа. Я Геннадий Кацуф. Приветствую вас в нашей программе, в которой мы пробежимся по последним событиям с нашими зарубежными бегунами-корреспондентами. Сегодня пятница. В первой части программы наш украинский корреспондент Леонид Швец. Во второй части наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Давайте прервемся на рекламную паузу, после чего встретимся в эфире с Леонидом Швецом. С заболеванием деменция мы теряем память, когнитивные функции, способность осваивать жизненно важные новые навыки. Если у вас в семье у кого-то есть вышеупомянутые симптомы, Human Care предоставит абсолютно бесплатно круглосуточное обслуживание на дому. Для консультации позвоните по телефону 718-435-1100, добавочный номер 220. Вы также можете получить информацию, посетив наш сайт humancareny.com. Доктор Слава Познянский представляет врачей-имплантологов. Вы не представляете, какие они замечательные. Имплантологи с 20-летним стажем. Выпускник Гарварда Дэниел Ройзман и выпускница Пенсильванского университета Дарья Ройзман. Так что обращайтесь к ним и лечитесь на здоровье. Наш адрес 8405 Bay Parkway, телефон 718-331-6100. Повторяю, 718-331-6100. 718-331-6100. А цены у нас не кусаются. Адвокат, занимающийся долговым правом ежедневно на протяжении последних 15 лет. Алла Качан освободит вас от всех долгов, чтобы вы могли начать новую, счастливую и богатую жизнь. Алла Качан практикует любые банкротства, персональные или бизнес. Кстати говоря, особое внимание владельцам медальонов такси. Назначайте визит. Адвокат Алла Качан не учит вас жить, а помогает материально. 718-513-31-45. Если вам за 60, и с утра вы не можете без боли согнуть и разогнуть затекшие колени, если, поднимаясь по лестнице, вы морщитесь от боли, если поясница и позвоночник постоянно напоминают вам о себе, приходите в клинику коленного сустава. Мы вылечим вас. У нас для этого есть все. И опытные специалисты, и необходимое оборудование. На связи наш украинский корреспондент Леонид Швец. Леонид, приветствую вас. Здравствуйте, Геннадий. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Леонид, ну что, снова Краматорск. Давайте с этого начнем. Удар 27 июня, я имею в виду, то есть 3 дня назад, сегодня 30-е. А предыдущий резонансный был 8 апреля прошлого года. Леонид. Да, к сожалению, Краматорску достается очень сильно. Это, понятно, это связано с тем, что город находится, собственно, прифронтовой город, и там действительно в городе много военных, он является и целью для врага. Другое дело, что вот как-то с целями выходит, как всегда, основной удар на себя принимает гражданское население. И удар вечером 27 июня 2 ракетами «Искандер». Сначала говорили, что это С-300, потом вроде бы согласились с тем, что это все-таки был «Искандер». Он пришелся на центр города Краматорска. И как сейчас уже ясно, хвастались этим представители российского командования, и пропагандисты российские тоже это подхватили. Сознательно удар наносился по центру Краматорска, где якобы проходило какое-то совещание украинского генералитета. Говорится, что на встрече было 2 генерала, много полковников и иностранные наемники. Вот неизменно, когда где-то
наносится удар, в результате которого гибнут гражданские люди, почему-то среди объяснений следует, ну ведь там были иностранные наемники, и это вот якобы оправдывает, будто бы что-то оправдывает. На самом деле был разрушен ресторан «Риа Пицца», это очень известное место для всех журналистов, которые бывают на фронте, в прифронтовой полосе, потому что через Краматорск, как правило, это все проходит, люди там останавливаются в гостиницах, там ночуют. А вот в этой «Риа Пицце» там часто встречались, там работают, приходят люди, работают с ноутбуками, в «Риа Пицце». Там часто встречались иностранные наблюдатели, иностранные представители иностранных каких-то организаций. Да, там, безусловно, встречались, заходили туда и украинские военные, военных в Краматорске много, но и гражданские, то есть это совершенно гражданский объект. Вот, по нему был нанесен удар, в результате множество пострадавших, и из них, сейчас говорится о 12 убитых, там более 60 раненых, но вот среди убитых как минимум трое детей, это девочки 14 лет, СМИ облетели фотографии двух сестер-близняшек, Юлии и Ани Аксенченко. Погибла еще 17-летняя девочка. Опять-таки в месте взрыва оказалось, к счастью, вроде ребенок не пострадал. Как можно говорить, не пострадал? Да, ребенок живой, там младенец прошлого года, год, годовалый младенец, он 8 месяцев, вот сейчас я считаю. Он просто оказался в центре взрыва. Как скажется это в дальнейшем на ребенке? Наверняка можно говорить о каком-то контузии, какой-то психической, может, повреждение. Мы не знаем, это ребенок, как он себя поведет. Российское командование доложило, что якобы вот в этом кафе проходило совещание 56-й механизированной бригады. Среди пострадавших оказались, по всей видимости, это тоже сотрудники, бойцы 56-й механизированной бригады, несколько человек, колумбийцев, колумбийский депутат Серхио Харамильо, писатель колумбийский Гектор Абад, журналистка Катерина Гомес. Они собирали материал в рамках проекта в поддержку Украины. Вот они тоже оказались в этом месте. По всей видимости, тоже легитимная цель. По этому поводу правительство Колумбии выступило с заявлением с каким-то. Их сопровождала и пострадала, тоже была ранена украинская писательница. Перечень тех людей, которые я перечислил, которые пострадали, уже говорит о том, что, в общем-то, жертвами удара искандерами по центру Краматорска стали гражданские люди, причем самых разных гражданских Леонид, не вспоминается, да. Ведь это есть и в нескольких фильмах, есть это и в литературе, когда спецслужбы, они пытаются кого-то убрать, наркобарона, который находится в городе и где-то вот с кем-то встречается, или я помню фильм, вылетел сейчас из головы, как он называется, как раз когда пытаются кого-то убрать, и вдруг они видят, это фильм о спецназовцах американских, вдруг они видят,
что мальчик там сидит. И он срочно дает отбой, никакой ракеты не выпускать, потому что там ребенок. А я прекрасно помню, как велась охота на Бен Ладена, и когда потом уже, ну, это во времена Обамы, он следил за этим, как его убирали. А ведь даже старались, поскольку он с женами находился, с детьми, нужно было так провести точечно операцию, чтобы именно его убрать. Там, по-моему, погибла жена его, которая вдруг там решила защитить своего мужа, ее тут же спецназовец убрал. И так мне помнится. Но я прекрасно вспоминаю вот эти все события, они именно были связаны с тем, что кого-то убирая, ты обязательно должен понимать, кто находится рядом. То есть, несмотря на то, что это легитимная цель для тебя, для спецназовца, для военного, не должны погибать при этом другие люди, мирные, гражданские. Вот то, что вы говорите, даже если там было какое-то совещание. Две эти девочки, 14-летние близняшки причем. А причем все остальные люди. Это убийство гражданских людей, ничего больше. Вы должны прекрасно понимать, там же был какой-то наводчик, которого вроде бы взяли. Иными словами, все это было четко обдумано, все это было холодным, что называется, разумом принято решение, и после этого убили массу людей. Ну, убили, ранили. Там 60 человек, по-моему, раненых. Да, порядка 60 человек. И, это зверство, сказать, это зверство, ничего другого. Я должен сказать, что если бы были какие-то жертвы среди командного состава, это невозможно утаить. Это Украина, это не Россия. Когда погибают люди какого-то такого уровня, это становится тут же известно. Тут же идут соболезнования, тут идет прощание с видными какими-то героями войны. Прощание идет, их в Киев привозят. Прощание идет на Крещатике, на главной площади страны. У нас не Россия, у нас не прячут наших героев. Наши герои, мы ими гордимся. Да? Нет таких жертв среди командования. Поймали подонка, который навел на это, в этот, ну, по сообщениям наших спецслужб, что именно в этот раз он как раз и сказал, что в кафе находятся, есть военные. А они там, еще раз повторяю, они там есть всегда. Это прифронтовой город, в нем очень много. Извините, у нас в Киеве вы сейчас не часто найдете заведение общественного питания, в котором не было бы людей в военной форме. Страна воюет. И вот этот человек, он сотрудник газораспределительной, по-моему, какой-то службы или еще что-то. Вот он якобы дал команду, и у него там нашли в телефоне созвон его с российскими какими-то кураторами. Он навел туда. И извините, «Искандер» — это ракета мощного действия, она не избирательного действия. Это не снайперская винтовка, это не высокоточное оружие. Это ракетное вооружение. О чем речь? Ну, в общем, это жуткое совершенно дело, и страшно еще то, что, как вы правильно упомянули, предыдущее страшное преступление, массовое убийство, военное преступление, связанное тоже с Краматорском, оно произошло 6 апреля, если я не ошибаюсь, прошлого года, да. Тогда был удар нанесен, тогда тоже думали, может, «Искандер», с тех пор проведено было расследование, удар был нанесен ракетой «Точка-У». Удар был нанесен по вокзалу, по вокзальной площади. А это весна 22 года, на площади было много людей, которые собирались в эвакуацию, к эвакуационным поездам. Это люди с детьми, семьи. Туда прилетела точка У, погибло порядка 60 человек. Уже установлено место, ну, оно освобождено, это место, это село Куни Изюмского района, откуда наносился, собственно, удар. То есть вся эта история восстановлена, откуда били, какое подразделение, как нанесен удар. И это, ну, в этом случае, ну, единственный позитивный момент, что
принципе, можно установить, кто это сделал, вплоть до вот исполнителей. Пускай никто не думает, что это делается анонимно, вот где-то кнопку нажал, прилетело, и не придется отвечать. Придется отвечать. Современные средства фиксации позволяют установить все, установить траекторию, установить подразделение, установить, кто в это время был на боевом дежурстве, кто давал приказ, все установят. Но вот бедный Краматорск, еще раз говорю, это страшно, это чудовищное преступление. Эти глаза этих девочек, этих близнецов. И один из подонков, один из российских депутатов на одном из эфиров, по-моему, Соловьева, сказал, что он аплодирует российским ракетчикам. Какая прекрасная работа. Подонки, вам придется за это отвечать. Ну, кстати, еще одна история, гибель бердянских, ну, наверное, их можно назвать партизан, да, подростков. Тигран Аганесян и Никита Ханганов. Тела, я, насколько понимаю, до сих пор их не отдают родственникам. Стало известно, что вот эти парни, они были убиты выстрелами снайперов. Причем Никита был убит выстрелом в голову, а Тигран выстрелом в сердце. Иными словами, оккупационная полиция даже не пыталась каким-то образом сохранить жизнь этих ребят. Я посмотрел, разная информация существует, но практически все сходятся на том, что перед убийством подростков полгода преследовали. Вот в частности Тиграна похитили, удерживали и пытали в местной полиции. В течение последних недель это давление усилилось. Ну вот таким образом, видимо, эти так называемые следователи не подготовили этих парней, для парней эти обвинения. Причем обвиняли их в диверсии, готовились передавать сфабрикованное дело в суд, но, скорее всего, потом их могли арестовать. Вот такая история, чудовищное, опять-таки, преступление, но в данном случае против подростков. Леонид. Да, это когда сначала появилась эта информация, как-то было непонятно к ней относиться, требовалось какое-то подтверждение, потому что, ну, вообще вся информация, которая связана с тем, что происходит на оккупированной территории, там это могут быть какие-то слухи непроверенные, ну и сама по себе информация о том, что произошло убийство подростков, это 14-летние ребята, конечно, требовало какого-то подтверждения. Но, к сожалению, да, есть подтверждение. Тигран и Никита – это друзья. Они не скрывали свои проукраинские настроения, и их действительно подозревали, ну, подозревали. Их не поймали, но, судя по всему, они действительно занимались какими-то диверсионной работой на железной дороге, в отношении них какое-то уголовное дело возбуждалось. И в последнее время, да, и они были уже и в застенках, их отпускали. Мама с младшими детьми, мама Тиграна, вынуждена была уехать из Бердянска, там бабушка только оставалась у него. И вот в последнее время приехали, усилилась какая-то следственная работа с ребятами, и они сбежали. Вот в последние дни они убежали, опасаясь, что будет какое-то там преследование. И вот обстоятельства их смерти так до конца и не прояснены. Судя по всему, их убил снайпер. Вот, то есть их никто не ловил, просто их... Нет, ну это же видно, точечные выстрелы, а в голову и в сердце, одному и другому. Да, их увидели и убили. То есть для снайпера, для взрослого подготовленного мужчины, который, наверное, своей семье, своим детям, не знаю, невесте рассказывает о том, как он защищает кого-то от кого-то, ничего не стоило нажать на спусковой крючок, видя, что перед ним подростки. Да, подростки, которые не любят, ненавидят русский мир. Не за что любить русский мир. И русский мир в лице этого, не знаю, исполнителя, российского солдата, подтвердил, в общем-то, свое качество. Он убил этих ребят. И еще раз могу только повторить, что будут искать и этого исполнителя, тоже найдут. Вот, буквально на протяжении вот нескольких последних дней мы видим смерти украинских детей на руках. Вот, причем
еще раз повторю, это конкретные имена, конкретные глаза. Мы смотрим на эти фотографии. Это вчера еще живые дети, наше будущее, они убиты. Здесь не может быть никакого оправдания, и только ярость и желание мести. Леонид, ситуация на фронте. Ну, такое тактическое продвижение наблюдается, при этом явно идет разговор о минимизации потерь. А Залужный, он, по-моему, сегодня он давал интервью Washington Post или Wall Street Journal, я сейчас точно не могу сказать. Washington Post, да, вот он говорит о том, что я слышу, критика там раздается в наш адрес, что мы неактивно наступаем и так далее. Он говорит, меня это страшно раздражает, поскольку каждый метр он оплачен нашей кровью, кровью наших солдат. Ну, иными словами, вы хотите, чтобы мы быстро продвигались? Но в конце концов, он тут же идет как раз с его стороны критика. Давайте то оружие, которое нам, во-первых, позволит это делать действительно быстрее, и, во-вторых, сохранит жизнь наших воинов. Ну, его можно понять. Да еще бы можно понять, конечно. Он подчеркивает, говорит, что это не шоу. Да, может, возможно, все идет не так, как быстро, как хотелось бы участникам шоу, наблюдателям, но это их проблема. Его проблема как главнокомандующего – обеспечить успех и обеспечить его минимальными потерями. При этом говорит Залужный, что вот те люди, которые ожидают от нас успеха, они какой доктриной руководствуются? Хотели бы какой доктриной, чтобы мы руководствовались при наступлении? Российской доктриной или натовской доктриной? Но и по российской доктрине, и по натовской доктрине при наступлении огромную роль играют военно-воздушные силы, авиация. У нас нет такой авиации, как у России. Она гораздо меньше и не такая современная. Но у нас, хотя мы и вооружены натовским оружием, у нас нет и натовской авиации. И в этих условиях мы вынуждены наступать, и мы наступаем, и пытаемся максимально снизить потери. То есть, действительно, те люди, которые пытаются там что-то критиковать украинских солдат за это, ну, надо совесть иметь. Он говорит, кстати, он, кстати, сказал, что у натовских границ находятся сотни самолетов. Но в конце концов, говорит, передайте нам, нам не нужно там 2-3 сотни, нам нужно какое-то количество для выполнения как раз вот этого тактического продвижения. А поскольку вы нам их не даете, то чего от нас ждете? Чтобы как можно больше людей мы положили на поле боя? Да, как если бы мы воевали с луком и стрелами. А чего вы не наступаете? Ну, давайте мы вам дадим лук и стрелы, и вы будете наступать. У нас не лук и стрелы, у нас есть какие-то средства, которыми мы пытаемся решить эти задачи, минимизировать работу российской авиации с помощью средств ПВО, западных средств ПВО. Слава богу, они у нас появились. Но при этом мы не должны все-таки, должны себе отдавать отчет, что у нас, ну, все-таки не полноценная армия в этом смысле. Она отсутствует та цельность, которая должна была быть. Она у нас, наверное, появится, может быть, там поздней осенью, зимой. Но пока мы выполняем те задачи, которые есть, вот без важных элементов. И тем не менее, то, что сейчас происходит на фронте, постоянное давление на целом ряде участков, которое заставляет противника все больше вводить свои резервы, драгоценные резервы, при том, что наши основные силы все еще не наступали. Это пока позволяет вот генералу Залужному теми средствами, которые у него есть, переигрывать генерала Герасимова. Ситуация приблизительно находится на том уровне, на котором было в прошлый раз. Идут тактические уловки вытягивания противника под удар, точный удар артиллерии и ракетных войск, удар по узлам связи, по складам. Вот сегодня пришли сообщения, что минимум 11 взрывов произошло в районе Бердянского аэропорта. Это далеко, это больше 100 километров от линии фронта. Следовательно,
применялись какие-то дальнобойные ракеты, ну, якобы французские дальнобойные ракеты, запущенные с помощью нашей авиации, старой советской авиации, которые, ну, самолеты приспособлены, там специально делается переоборудование для того, чтобы они могли запускать ракеты такого рода, воздух-земля. И вот они отработали, и там, говорят, хорошо попали, и, в общем-то, такие очень результативные возможности. Еще раз говорю, приходится работать тем, что есть, и просто, ну, голь на выдумке хитра, знаете. И пока, вот, судя по всему, выполняется задача, поставлена минимальными силами. Все отмечают это, кстати, в приштурмовых действиях российских штурмовых подразделений. Минимальные потери, минимальные потери. Вот сейчас уже, знаете, исчезли даже в пабликах российских вот эти изображения разбитой западной техники, да, при наступлении. Вот то, что было еще там несколько недель назад, они хвастались, один единственный леопард показывали во всех ракурсах, несколько Брэдли. Сейчас этого исчез, сейчас этого нету. Ну, кстати, Залужный сказал по этому поводу. Он говорит, да, подбиты несколько леопардов, но, говорит, мы должны понимать, что леопарды на поле боя – это мишень. Он говорит, это мы их не для парадов приобрели. Вот он четко об этом сказал. Это не выставочные образцы. Да. Они у нас, они едут сюда воевать, прикрывать броней живых людей, они спасают. Даже подбитая техника, мы об этом уже говорили, те же Брэдли, они спасают пехоту, которая находится внутри этих машин. Они гораздо лучше укрывают пехоту, чем старые советские образцы, которые прошиваются насквозь и погибают люди. И слава тебе, Господи, в этом и преимущество западной техники, как бы, современной. Из того, что, как бы, ну, я прошу прощения, конечно, перед нашими защитниками, приходится выдергивать некий изюм, да, вот, ну, все-таки в новостных сводках, ну, порой сложно описывать такие окопные бои, 100 метров туда, 300 метров сюда. Из того, что вот интересно, что бросается в глаза, что интересно публике, это вот бои в районе Антоновского моста. Уже сообщалось о том, что на том берегу, на левом берегу, на российском... Антоновский мост – это Херсонская область, Херсон. Да, это Херсонская область, это один из двух мостов, которые, в общем-то, были через Днепр. Один вот в районе Каховской дамбы севернее, а один вот в районе, собственно, Херсона, Антоновский мост. И спецчасти, спецподразделения Украины закрепились в районе моста на том берегу. И поскольку там более низкий берег, это позволяет контролировать, держать там плацдарм, при том, что обстрел ведется с нашей территории, с более высокого берега, что, ну, не позволяет сильно подойти противнику. Это, конечно, удивительная ситуация. И вот противник попытался, вот, кстати, тоже искандерами нанести теперь удар по своей же части, как бы, по левому берегу Днепра, где закрепились наши, с помощью искандеров, как раз вот по району Антоновского моста. Но вот сообщают, что, причем сами российские корреспонденты, военкоры сообщают, ну, что к тому времени, когда ракеты прилетели, украинский спецназ рассредоточился, и, в общем-то, эти удары не принесли желаемого результата. А когда попытались пойти вперед бронетехника россияне, они напоролись на собственные мины, там было проведено дистанционное минирование, когда выстреливаются мины, но они взводятся на... То есть они выстреливаются, а становятся на взвод через 48 часов. Атака российская пошла раньше, и они подорвались на своих собственных же минах. Ну, в общем, вот так это вот дает представление о том, какие сейчас бои ведутся. В том числе, еще раз говорю, уже на левом берегу, понятно, это делается для того, чтобы отвлечь больше сил с Запорожского фронта, вот с линии от Васильевка, Орехов, вот дальше туда Гуляйполе, дальше туда к Угледару и к Волновахе. Вот по всей линии фронта наши пытаются действовать для того, чтобы выявить слабые стороны и тогда уже ударить в слабое место. Кстати, еще раз могу только повторить, мы не знаем, где будет этот удар. Возможно, этот удар будет и в Луганской области, в районе Кременной, где-то Сватово. Мы не знаем. Это все знает генерал Залужный, и то, я думаю, что у него есть план А, Б и С наверняка.
А здесь интересно, он у меня вызывает очень большое такое уважение Залужный. Ну, не только у меня одного, естественно, но вот это интервью говорит о том, что этот человек, который прекрасно понимает, что он делает, он на своем месте. И я вспомнил на этой неделе, ну, вот вся эта пригожинская тема, там себя замечательным образом показал министр обороны Российской Федерации Шойгу, который вообще непонятно куда исчез. Его как раз тело и тело Герасимова требовал Пригожин, чтобы выдали. Собственно, главная идея была вот этого похода, это разобраться с Шойгу и с Герасимовым. Ни в коем случае Путина не трогать. Путин, он как бы вот главное бояре. Бояре, вот царь, он остается царем. И вот здесь, значит, Шойгу показали, наконец он где-то появился, там какое-то совещание идет. Не могу не поделиться своим наблюдением. Это уже несколько дней назад было, и я как-то об этом не говорил, ну, масса других тем существует, но вот сейчас я вспомнил. Значит, Шойгу, он выступает, и у него, значит, перед ним список какой-то, и он говорит, что, значит, вот сбито там какое-то количество техники, там подбиты танки и так далее, он говорит, и вот, значит, ну, опять-таки, это вот эти ракеты Storm Shadow, значит, он говорит, и ракеты... Обратите внимание, я просто... Этот уровень некомпетентности министра обороны, он уже давно не удивляет. Я понимаю, что трудно ожидать от него знания английского. Но он говорит, ракеты, и он читает, Storm Shadow. То есть, это человек, такое впечатление, что вообще... Это же имя собственное, это название ракеты. Такое впечатление, что, во-первых, никто с ним это не обсуждал. То есть, на слух он это никогда не слышал. Как правильно назвать эту ракету? И он впервые, видимо, прочитал об этом. Это министр обороны Российской Федерации. Ракеты, он так сделал паузу такую, Storm Shadow. Вот вам человек, который руководит операцией в Российской Федерации. Это, конечно, удивительные кадры у них там. Профессионалы. Недавно произошел очень интересный эпизод в социальных сетях украинских. На это как бы многие обратили внимание. Для характеристики Залужного, генерала Залужного. Есть ну, достаточно такой известный персонаж, главный сержант 47-й, по-моему, механизированной бригады, Маркус. И он... такой небольшой повесил видео, где он на позициях, недавно занятых позициях врага, и вот он рассказывает о недавно прошедшем бое, и при этом на нем нет бронежилета, он снял бронежилет, каску, видно, что он утомлен, он рассказывает о том, вот сейчас мы здесь, вот сейчас потом дальше немножко пойдем, в своей такой фирменной манере, он действительно такой очень такой персонаж яркий, и народ, понятно, приходит, лайкает, там передают пожелания наилучшие нашим солдатам. И тут появляется Залужный, да, вот аккаунт Залужного в Фейсбуке. И Залужный пишет: «Немедленно оденься, одень бронежилет, а то я тебе дам». Вы можете себе такое представить, да, когда главнокомандующий приходит под пост сержанта, да, и ну, очень весьма популярного, но все равно, как бы, да, и говорит: немедленно одень, ну, ты находишься в зоне, ну, имеется, я уже расшифровываю, извините, да, ты находишься в зоне, где ведутся обстрелы, и там слышно, идет обстрел рядом довольно все. Немедленно оденься. Ну, конечно. Когда такой генерал командует, когда такой командующий, ну, в общем-то, это производит впечатление на подчиненных. Это не Шойгу, это не Герасимов. Нет, конечно. Это человек, который, в общем-то, мы видим, заботится об армии, о каждом солдате. А о ком заботится Шойгу? Мы это прекрасно увидели во время вот этого так называемого пригожинского мятежа, этого путча. Никого не было. Причем, начиная с премьер-министра, в подчинении которого, ну, практически находится министр обороны, да, нет ни Мишустина, нет ни министра обороны, нет ни начальника генштаба, нет ни Володина, который руководит Госдумой. В общем-то, нет президента, который сбежал то ли на Валдай, то ли в Санкт-Петербург и так далее. Вообще, то, что мы наблюдали, это ну, просто отсутствие вообще российской государственности в течение 36 часов.
часов ничего в России не сопротивлялось пригожинскому мятежу. А, ну, наоборот... Это не помешало Путину наградить какую-то группу товарищей, которые якобы бились насмерть. А за что они получили эти медальки, мне трудно понять. А, подошел Пригожин, там он уже стоял в 350 километрах от Москвы, 300-350 километров, пошел бы дальше. А мы вчера с нашим корреспондентом из Лондона обсуждали, я говорю, мне непонятна его идея, после того, как Пригожина, что там в голове вообще, что можно ему предложить, когда он уже услышал утром, в субботу, да, в 10 часов утра, он услышал от Путина, что он предатель, что это мятеж, предательство Путин не прощает, на что Пригожин мог рассчитывать, вот это мне совершенно непонятно, о чем он мог договариваться там с батькой Лукашенко, ну там вообще там вся эта история, когда Путин не может дозвониться Пригожину и говорит Лукашенко, слушай, я ему позвоню. Вся история России, она, в общем-то, была сконцентрирована на том, что Пригожин трубку не берет. Лукашенко говорит, я с ним в отличных отношениях, правда, номера почему-то, телефона у Пригожинского у Лукашенко нет. Он говорит Путину, Володя, дай мне, Владимир Владимирович, дай мне его номер телефона. Путин говорит, ну и у меня его нет, я сейчас в ФСБ позвоню, у них должен быть. На самом деле это... отвратительно прописанный какой-то, или наоборот. Если это комедия, тогда, конечно, это смешно, если бы это не было так печально. Но вот здесь новый поворот в поисках Суровикина. Теперь вся страна и весь мир задумался... Вот Россия разгребает последствия этого пригожинского мятежа, и выясняется, что вполне вероятно Суровикин, который, между прочим, один из немногих, поддержавший практически Путина. Это сделал Дмитрий Медведев и Суровикин. Суровикин обратился к Пригожину, прекрати это дело, Путин наш там рулевой, рулит страной. Вот это все было буквально в первые часы вот этого мятежа. Но Суровикин теперь подозревает, что он, значит, был направляющей рукой Пригожина. Кстати, его дочь сегодня выступила и сказала, что с папой все в порядке. Папа почему-то тоже не выходит на связь. Видимо, ему тоже дозвониться не могут. В общем, когда какая-то ситуация, вдруг не поднимает телефон Пригожин, а в другой ситуации Суровикин не поднимает телефон. На самом деле, бред какой-то. Простите, бред собачий. Вот, Леонид. Да, абсолютно. Ситуация какая-то... В принципе, как бы продолжение вот этого большого анекдота, ну страшненького такого анекдота, не будем забывать, что во время него люди погибли. Не знаю, Евгений Лавров назвал это передрягой. Вот, все, он уже уходит. Кстати, его же начальник сказал, что это предательство, мятеж, бунт и так далее. А Лавров говорит, ну это передряга, и в общем-то, если вы иначе на Западе это видите, это ваши проблемы. Оказывается, это передряга. Передряга, ну это такая какая-то, в общем-то, не имеющего большое значения склока. Вот склока такая произошла, при этом были убиты летчики, погиб этот самолет какой там, Ил-22, да, а вот, погиб его экипаж, и, кстати, это большая потеря для фронта, поскольку таких самолетов, насколько я понимаю, в российской армии всего 3, теперь 2 осталось. Но передряга. Да, лучший друг российских авиаторов Евгений Пригожин на свободе, публикует в средствах, в социальных сетях его фотографии то в Питере, то где-то там. Flight Radar фиксирует его самолеты, которые летают между Питером, Москвой и Минском. Ему ничего, ну вот такая легкая передряга, которая, ну, наверное, все-таки штаны кто-то там сильно подмочил. Что касается Суровикина, ситуация очень интересная. Потому что Суровикин – это один из немногих генералов, который в устах Евгения Пригожина всячески превозносился. Это вот именно вот этот генерал. Я напомню, что его кличка – генерал Армагеддон, после того, что он сделал с Алеппо сирийским, да, просто уничтожил, раскатал его в руины. Вот это... похвальба со стороны Пригожина, она как бы вот стала, честно говоря, судя по всему, Суровикину, в общем-то, сейчас портит сильно кровь. Несмотря на его выступление с тем, что вот призывом прекратить все это, ну, сейчас военная прокуратура очень тщательно занимается им. Речь идет и о его заместителе генерале Юдине. Якобы генерал Юдин уже подал в отставку, но это все требует каких-то подтверждений. Очевидно, что сейчас будут вытаскивать
наружу. Вообще поведение военных прежде всего, я думаю, и спецслужб, и губернаторов в этой ситуации. А что ты делал 24 июня? Где ты был 24 июня? А не было ли у тебя билета на самолет за рубеж 24 июня? И вот Суровикин сейчас как бы оказался среди вот тех, кто в первых рядах за это отвечает. Потому что, ну, Вагнер Вагнером, а мощь, которая есть в руках все-таки российской армии, она побольше будет. Да? Это все-таки не 10, не 15 тысяч человек, а это сотни тысяч человек под ружьем. И тут, да, все-таки интересно, хотелось бы узнать, что сейчас с генералом Суровикиным. До сих пор ясности нету, хотя говорят, что все-таки, наверное, не в Лефортово. Ну, немножко, может быть, легче. Ну, наверное, где-то в другом месте он находится под тщательной охраной, и с ним ведут расследование. И думаю, не только среди, не только он находится под следствием, сейчас будут трясти всех. Безусловно, это не способствует боевому духу российской армии, но не могу сказать, что в Украине этим сильно расстроены. Не, вообще какая-то это удивительная история. Мятеж, который не был подавлен, а который сами мятежники прекратили, ну, сдавшись, причем без внятных перспектив. О чем там Пригожин договорился, трудно понять. Ну, как бы там существуют пункты какие-то, вроде бы договора через Лукашенко с Путиным, но ну, это же люди все одного сорта. Они прекрасно понимают, что доверять друг другу нельзя. Слово каждого ровным счетом ничего не стоит. Сегодня дал слово, завтра я его забрал. Пригожин должен прекрасно понимать, что после выступления Путина, когда он объявил, он не сказал Пригожин, но он объявил, что это, собственно, мятеж предателей, что это мятеж против русского народа, против нашей страны, как он тогда сказал, Российской Федерации. Путин этих вещей не прощает, о чем он неоднократно говорил. Иными словами, Пригожина где-нибудь найдут, там, с какой-нибудь лодки, там он случайно упадет и утонет. Не знаю. В общем, он должен прекрасно понимать, что, на что он идет. Гарантии, что его не уберут, у него однозначно быть не может. Он не может в это верить, он же человек-то ушлый. Непонятно совершенно, почему он прекратил этот мятеж, так же, как не понятно, почему он его начал. Леонид. Ну, судя по всему, это действительно он не ставил целью там взять власть в Москве, а его задача была, чтобы его товарищ Сталин, да, услышал. Обратил внимание. Да, обратил внимание и услышал, потому что, насколько можно понять, после такого броманса, периода таких тесных и теплых отношений с Путиным, когда вот он ему дал карт-бланш на то, чтобы он из зэков формировал, ну, усиливал зэками ЧВК, раздувал как бы ее структуру и пытался там организовать ему большие победы на Донбассе. Потом отношения начали портиться, и его как бы функция человека, который расскажет Путину, что на самом деле происходит в армии, она перестала Путина интересовать. Или это заслуга Шойгу, который все-таки, не будем забывать, это еще ельцинский кадр, это очень опытный, серый такой, невзрачный, но очень опытный человек с опытом византийщины такой. Он, похоже, переиграл такие неофита в политике Пригожина. И Пригожин попытался достучаться до уха, да, вот непосредственно, да, вот, чтобы его Владимир Владимирович услышал его истину. Но опять не сложилось, его, судя по всему, переиграли, убрали из-под Москвы. Сейчас, ну да, следует только ждать, когда он вот что-то съест не то. Скорее всего, так и будет. Для Украины важно то, что на самом деле прекратил на самом деле существование ЧВК «Вагнер». Сейчас их где-то там расформируют, растыкают, растащат. Ну и хорошо, с фронта убрали несколько, ну не знаю, там где-то 1015 точно есть, он говорит 25, ну 1015 точно их было. Это действительно, ну, проверенные в боях бойцы, что особенно касается их командования, там костяк очень действительно серьезные, профессиональные военные. То, что их убрали с фронта, ну, поверьте, нас это не может огорчать, это точно. А что это будет для России, ну, посмотрим. Ну, Россия пока пытается показать, исходя из всех этих разговоров о Суровикине, что это был не только мятеж Пригожина, но еще и с поддержкой где-то там среди генералов, в генералитете. Ну, опять-таки, поживем увидим. Леонид, время в первой части программы подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Прощаюсь с вами. Встретимся, кстати, в понедельник на следующей неделе. Всего доброго. До свидания. Всего доброго.
Медицинская и социальная программы оздоровительного центра «Бейнбридж» открыты для вас. Телефон 347-920-7013. Центр принимает все страховки и, очень важно, не меняет Medicaid на другие страховки. Двухразовое кошерное питание, диетолог, кабинет физиотерапии, социальные работники. Центр предоставляет услуги транспорта. Бруклин, Стейтен-Айленд, Старрет-Сити, Фар-Ракуэй. Очень важно, в центре не меняют Medicaid на другие страховки. Звоните 347-920-7013. 347-920-7013. Михаил. У которых есть что есть, те подчас не могут есть. А другие могут есть, да сидят без хлеба. А у нас тут есть что есть, да при этом есть чем есть. Значит, нам благодарить остается небо. А вот лично я хочу поблагодарить своих любимых врачей Зиту Ройзман и Славу Познянского за то, что мне есть чем есть. Несколько раз в год госпожа Еля отправляется на Святую Землю, чтобы наполниться благодатным светом и избавить от страданий тех, кому может помочь только чудо. Вот уже 20 лет известные спортсмены, политики, олигархи обращаются за помощью только к госпоже Еле, потому что только она способна распознать и снять порчу на расстоянии. Феноменальная сила молитвы госпожи Ели оберегает от негативных влияний в будущем. Звоните, госпожа Еля поставит защиту вам и вашим родным на весь год. Когда наступают трудные времена, люди объединяются и помогают друг другу их пережить. Мы готовы помочь. Дэвидсон Радио и телеканал RTN предлагают выгодные условия сотрудничества. Мы поможем организовать эффективную рекламную кампанию на радио и телевидении. Всего один звонок на Дэвидсон Радио сможет привлечь новых клиентов вашему бизнесу и вернуть старых. Мы сохраним ваш бизнес в это сложное время. Мы увеличим число ваших клиентов. 718-303-8005. Дополнительные бонусы на рекламу. На ролики в дневное время и в выходные. Звоните сейчас. 718-303-8005. На связи наш израильский корреспондент Евгений Кушнер. Евгений, приветствую вас. Добрый день. Евгений, в интервью газете Wall Street Journal глава правительства Нетаньяху заявил, что наиболее спорные пункты юридической реформы будут отменены. Ваш комментарий. Да, это очень интересное было, Геннадий, интервью. И вы знаете, я вот по пятницам как раз делаю обзоры. Евгений, я прошу прощения, у вас лоб совершенно отрезан, да, вот как-то. Вот так гораздо лучше. Я хочу отметить, что по пятницам, каждую пятницу я делаю недельные обзоры иностранной прессы. И вот в данном случае как раз мне, лично мне это сыграло на руку, потому что я делаю обзоры с английского и с французского, ну, в переводе на русский. И лично мне, вот я не откуда это беру, а я сам лично нашел в интернет-сайте газеты Wall Street Journal, интервью с Бениамином Нетаньяху, и об этом сейчас говорят очень многие. Так вот, вкратце говоря, тезисно говоря, вот в этом интервью глава правительства как бы попытался успокоить, ну, скажем так, мировое общественное мнение, успокоить американскую администрацию, успокоить Евросоюз, ООН, кого угодно. Он сказал, что действительно, ну, вот наиболее проблематичные такие моменты, ну, например, преодоление вето высшего суда справедливости богатства, вот этот пункт будет отменен. То есть Кнессет не сможет, не будет иметь полномочий отменять вето богатства. Он назвал еще несколько достаточно важных моментов. Он говорил и о многом другом. Он говорил, скажем, и о поставках, вернее, не поставках израильского оружия в Украине. Он говорил о ситуации вокруг иранской ядерной программы. Мы об этом как-нибудь, я надеюсь, поговорим. Но сейчас, все-таки вот концентрируясь именно на реформе, юридической реформе в нашей стране, я хочу все-таки отметить, что, вы знаете, вот некоторые израильские политики
Ну, в общем, с такой, я бы сказал, иронией отреагировали на интервью Нетаньяху вот этим журналистам газеты Wall Street Journal, Дов Лейбор и Майкл Эммон. Эти журналисты брали у него интервью. Так вот, некоторые израильские политики отреагировали иронично. Например, депутат Кнессет от партии «Государство и лагерь» Маханэ Мамлахти на иврите звучит, Матан Каганы, который не так давно входил в правительство от партии Нафтали Беннета, он сказал следующее. «Вы знаете, уважаемые господа, — сказал он, — Биби Нетаньяху на иврите говорит одно, а на английском говорит совсем другое». Тут имеется в виду совершенно понятная вещь. На английском, которым Нетаньяху прекрасно владеет, Нетаньяху говорит о том, что наше правительство не такое уж экстремистское. Побойтесь Бога, помилуйте, все нормально, мы либералы, мы демократы и так далее, и так далее. Вот как и было сейчас в интервью Wall Street Journal. А на иврите, чтобы не растердить своих, так сказать, союзников, соратников по правому лагерю, он говорит, реформа будет продвигаться, мы будем дожимать все ее пункты и так далее, и так далее. Какой из этих двух Нетаньяху правильный, какой из них реально соответствует, так сказать, тому, что есть в действительности, какой из них говорит правду, какой из них говорит, мягко говоря, вымысел, я не хочу употреблять слово ложь, вот это пока остается, в общем, некоторой загадкой. Это пока остается непонятным никому. Высказываются осторожные предположения касательно того, что, скорее всего, Нетаньяху не хочет заводить страну уж слишком вот так, знаете, в правый угол. Ему неловко, ему некомфортно, ему неудобно с ультраправыми находиться в одном правительстве. Но поскольку выбора у него все равно нет, приходится довольствоваться тем, что есть. Евгений, в следующем месяце президент государства Ицхак Герцог должен прибыть с визитом в Соединенные Штаты. Что по этому поводу можно сказать? Да, тоже, кстати, это очень интересный момент, это очень интересная тема. Вкратце, я понимаю, что времени у нас немного, вкратце, я хочу сказать следующее, что здесь тоже проявляется вот определенное отношение, вернее, взаимоотношения между Бениамином Нетаньяху и в целом его правым религиозным кабинетом, кабинетом министров и американской администрацией, возглавляемой демократом Джо Байденом. Вот Ицхак Герцог, ну, как известно, представитель, в общем, левого лагеря, хотя он сейчас себя позиционирует как такой, знаете, настоящий стопроцентный центрист. Он говорит, я не правый, я не правый. И тебя на посту президента. Но раньше все-таки все это хорошо помнят. Герцог был представителем левого лагеря и руководил даже партией Авуда. Так вот его Джо Байден пригласил в Белый дом, а Биби Нетаньяху нет. И вы знаете, я рискую положить, что, в общем, Нетаньяху, вне всякого сомнения, это ни для кого не секрет, просто наверняка затаил, в общем, довольно серьезную, с одной стороны, обиду на Белый дом в целом и на Джо Байдена, в частности, на Джо Байдена лично. А кроме того, Бениамин Нетаньяху, вот как раз мы возвращаемся к его интервью, пытается как-то исправить ситуацию, наладить взаимоотношения с американской администрацией. И, кстати, на этой неделе прозвучали довольно любопытные заявления Биби. Он сказал в беседе с американскими конгрессменами о том, что приглашен в Китай. Таким образом, некоторые наши обозреватели полагают, что Нетаньяху дает понять американской администрации, ах, вы меня не приглашаете? Ладно, я способен на то, чтобы найти в мире и других друзей. Но это, конечно, преувеличение, это, разумеется, преувеличение. Нетаньяху говорит постоянно, что Соединенные Штаты – это главный наш союзник, главный наш партнер. Но об этом говорят все в Израиле. Но, тем не менее, факт остается фактом. В Китай Нетаньяху вроде бы поедет, а в Соединенные Штаты нет. Евгений, время в нашей программе подошло к концу. Я благодарю вас за информацию и комментарий. Шаббат шалом. Прощаюсь с вами до следующего эфира. Всего доброго. Большое спасибо за внимание. Всего самого доброго. И до свидания. До следующего эфира. Шаббат шалом.
Команда Виктории Берес порадовала нас высоким профессионализмом. Мы как только сюда попали, поговорили с ней и как-то сразу поверили ей. В течение нескольких месяцев команда работала адвоката, замечательно работала. Нас все время ставили в известность, нам точно давали указания, что делать и как делать. И на любой наш вопрос моментально отвечали. Я весьма благодарен Виктории и ее команде. Мы себя чувствовали весьма уютно при общении с ними. Мы не просто обещаем, а мы делаем. И мы делаем все в интересах наших клиентов. Как избежать ампутации ног при синдроме диабетической стопы, венозных проблемах, трофических язвах? Микрососудистая реконструкция сосудов воссоздает сосуды стопы, восстанавливая кровообращение в конечностях. У нас есть две главные составляющие. Это самая точная диагностика и команда ведущих американских специалистов. Синай Диагностикс. 718-615-4100. Когда родной человек в беде, нас охватывает ужас от того, что мы не можем ему помочь. Зависимость – это и психологическая проблема. Не выявив ее, сложно установить, что именно заставляет человека снова возвращаться к наркотикам или алкоголю. Реабилитационная программа «Back to Life» направляет пациентов в известную израильскую клинику «Феникс», где с ними работают опытные психотерапевты, возвращая смысл жизни и веру в себя. Звоните 267-226-63-63. «Back to Life» – возвращение к жизни. Я очень рад представить уникальную безоперационную процедуру установки мостов, называемую стеклянные опоры ZX-27. Если у вас осталось только несколько зубов и невозможно установить полный мост, ZX-27 позволяет вставить стеклянные опоры между десной и коронкой. Это делает мост устойчивым и прочным без установки имплантов. Я очень рада, что узнала об этой технологии. Здесь мне вернули мою улыбку. Приходите к нам и верните себе свою улыбку. Я очень счастлива теперь. Дамы и господа, время передачи истекло. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, хорошего настроения. Всего доброго. До встречи в эфире. До свидания.